Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как подключить колонку Harman Kardon Onyx Studio 6 к вашему Android-устройству. Для этого на нашем Android-устройстве мы отодвигаем шторку, включаем Bluetooth и зажимаем значок Bluetooth. Далее у нас начинается поиск устройств. Мы в этот момент нажимаем на нашем кардоне эту кнопочку питания посерединке. Сейчас звук сейчас потише сделаю. И нажимаем на кнопочку Bluetooth. Колонка переходит в режим сопряжения, теперь мы ждем, пока обнаружит телефон, если что, нажимаем обновить. И вот, когда мы видим наше устройство, нажимаем на него, на его название. Далее подтверждаем. И все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.